Форум «Университеты 2030. Наука, компетенции, молодежь» открылся на базе Нижегородского университета имени Лобачевского. Участники встречи – это министр науки и высшего образования России, президент Российской академии наук, губернатор Нижегородской области. Обсудили новые вызовы, стоящие перед высшей школой и наукой, а также перед обществом в связи с распространением коронавирусной инфекции. Форум прошел в двух форматах – офлайне и онлайне. Спикеры отвечали на важные и острые вопросы – как выстраивать отношения с выпускниками, как сделать университет центром культурной жизни города, как развивать науку при ограниченном финансировании, а также обсуждали проблему непрерывности образования. Нужно выстроить условия, при которых 20, 30 и 60-летние будут получать новые профессии и современный инструментарий для работы.